Ничего, Володь, собери силы, у тебя опыт и знания. Алло, я всегда, да, ты с ребятами согласуй. Я-то что, я завтра приду и буду. А? Ты завтра не против? Талант спроси. Ты завтра не против поиграть? А талант? Ты завтра как? На турнир? Ух ты! Ну вот, я спрашиваю. Серега, ты будешь тренировать? А во сколько? Три, как обычно. Будешь? Да. Ты будешь? Я готовлю тогда. Я готовлю эту самую таблицу. Каждый с каждым. Ты можешь не говорить под руку, ну что ж такое-то? Эдуард, будешь? Ну все, ты готовишь, да, Леш? Я готовлю по-любому. Заведи аккаунт в телеге сейчас. Отлично, отлично. Плохо двигаешь у стола. Быстрее перемещай. Не от того. Тебя лишний вес. Амном же играем. Лишний вес. А ты тоже возьми свои щиты. Я ж не брал. Вот, ты видел? И мы что? Ром, никому сейчас. Я хочу тебя поиграть. Я спекся. Я тебя прошу, давай. Я тебя прошу, резко прошу. Сейчас отдохни пока. Где ты ходишь? Зачем ты забегаешь? Я еще не ударил, ты уже забегаешь. Это тоже ошибка. Я же тебя не вижу, куда ты бежишь. Блядь, нахера нам что это делать? 3-8. Ну, сходи еще раз. Как? Я еще не ударил. Туда офигеть. Не ах, под сеткой. Офигеть. Я своей бы сыграл. 9-3. Ноль три. Больше. 4-0. Там не поймешь, чем он. Гладко, шипом, поэтому тяжело. Пять ноль. Ноль шесть. Договорились. И ракетку нормально. Хорошо, Володя просит, чтобы Алексей взял двухцветную ракетку на завтра. И тогда будет нормально. Хорошо, ничего. Ничего, спасибо, спасибо за то, что сыграли. Нормально. Спасибо огромное. Спасибо.